волнует понтифика и благовестие. Вернее, новые формы миссионерства. Папа Римский Франциск призвал священников, монашествующих и мирян активно изучать цифровые технологии, чтобы эффективно использовать их в проповеди христианства современному миру, сообщает Радио Ватикана. Папа Римский в своем обращении отметил, что именно сейчас, в эпоху глобализации, растет дезориентация, одиночество, неопределенность в отношении смысла жизни. Понтифик напомнил о старом правиле паломников, о котором говорил святой Игнатий. Тот, кто сопровождает паломников и идет вместе с ними, должен придерживаться их шага, то есть не отставать и не опережать. Поэтому церковь, которая сопровождает людей в пути, должна уметь идти сообща с ними, что требует тщательного и квалифицированного обучения священников, монашествующих и мирян. Огромный цифровой континент – это не только технологии, он состоит из реальных людей, сказал папа Франциск.